Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. На одном из самых оживленных перекрестков Самары на Ставропольской сегодня дежурил мобильный ФАП. Все желающие могли сделать прививку от коронавируса. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены по самым современным медицинским стандартам. Обычно их используют для оказания помощи жителям отдаленных уголков региона, а сейчас они помогают вакцинировать население. Ведь чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы не менее 60% жителей сделали прививку. Мобильный прививочный пункт работает для всех желающих привиться от новой коронавирусной инфекции. Для всех тех, кто по каким-либо причинам не смог посетить поликлинику. На этом месте мы работаем второй раз. В предыдущий раз за полтора часа было привито около 30 человек. Александр Степанов прививку собирался сделать вместе с женой, когда та уйдет в отпуск в конце мая. Но сегодня, увидев, что врачи приехали практически на дом, перед соблазном устоять не смог. Сходил за документами и сделал первый компонент вакцины. Сейчас прививаются все. И мне надо. Тем более у меня заболевания хронические. Это нужно для собственного здоровья, для здоровья близких. С собой нужно взять документы, удостоверяющие личность. Прививка от коронавируса добровольная и бесплатная. Сделать ее может любой желающий старше 18 лет, если нет медицинских противопоказаний. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр, проконсультирует. Особенно важно привиться людям, находящимся в группе риска, тем, кто старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. В выходные мобильные ФАПы будут дежурить на парковках Меги, Амбара и Космопорта с 10 утра до 6 часов вечера. А завтра посетители ночи музеев смогут привиться на улице Куйбышева. С 10 утра до 12 ночи по адресу Куйбышева 129 будет работать передвижной прививочный пункт. Виктория Шарая, события.